Всем привет, дорогие друзья, с вами Шура. И сегодня мы будем рисовать. Рисовать случайные слова. Вот мы сейчас на генераторе случайных слов. Сгенерировать любое слово, можем его проверить. И будем рисовать это в фотошопе. Так, ну давайте что, начнем тогда. Количество букв случайно сейчас наберу. Три. Пусть будет три. Одно слово. Щит. Вызов принят. Все, щит готов. Поехали далее. Хакер. Так, погнали. Так, ну вот, в принципе, я рисовщик от Бога. Я, конечно, понимаю, что ноутбук меньше лица человека. Но... Короче, я нарисовал. Идем дальше. Атом. Да мы недавно это в школе проходили. Ща. Вот это атом нам объясняли, короче. Вот это типа ядро. Ядро. А это такие нейтроны. Ну, короче, вот так вот. Нейтроны. Вот это все. Вот эти кругляшки. Ну все, погнали дальше. Так, ну я ввел цифру 4, вот он массие. Погнали. Вот, собственно, и мсье. Вот шляпа, как у месье, вот этот как там один глаз такое, очко, короче, во. Есть очки, вот это очко. Как у крутых там пацанов в фильмах, мужиков, вот, это типа его волосы там. Ну все, так, давайте еще нарисуем. Так, вели 6. Поклон. Вот, в общем, поклоняется чувак гопнику, видите, знак Adidas, Adidas. Вот полоски на штанах, как у Adidas, вон знак Adidas, вон шапка гапанская. 4. Нимба. Вот, собственно, и все. Вон ним, короче, поклонится. Не это ангелу тут, вон ангел. Так, давайте еще последнее слово. 3. Рай. В общем, фартит нам сегодня. Три рисунка в одном, считай. Вот он, как бы в раю, ворота в рай открыты, пришел, поклоняется им, чтобы кто-то его принял. Ну, в общем, все. Давайте еще один. 5. Зебра.
Вот и все, вот зебра, в общем. Так, знак надо поставить. Кинем тут. Вот и все, друзья мои. С вами был Шура. Если вам понравился данный ролик, ставьте ему лайк. Обязательно пишите комментарий, если этот ролик даже вам не нравится. Напишите, что именно вам не нравится. С вами был Шура. Всем пока.